Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Asriashen Sport, и сегодня мы будем тестировать наш новый квадрокоптер eChain H8 Mini. Мы решили провести небольшой эксперимент и поставили на него аккумулятор чуть больше емкости, который шел в комплекте на 150 мАч, этот на 250. И мы сейчас посмотрим, как изменится от этого его полетные характеристики. Итак, первое, что я хочу сказать, квадрик стал немножко тяжелее, и это заметно сказалось на управлении. Значит, давайте попробуем слетать куда-нибудь подальше. Хочу сказать, что управление по-прежнему такое же плавное, как это было и на стоковом аккумуляторе. И хочу вам сказать, что, судя из тестирования прошлого такого же аккумулятора, он все-таки отлетал немножко больше стокового, что и требовалось ожидать. Давайте попробуем сделать флипы. Покажу вам, как он крутится по рудеру на вторых расходах. Что делает он очень круто. Мы только что проверяли сейчас с ребятами режим Headless и также автовозврат домой. Конечно же, он работает по принципу Headless, автовозврат домой. И скажу вам, что он работает так же, как на всех подобных квадриках. То есть никак. Да, квадрик возвращается домой с учетом того, что вы изначально летали перед собой, и задняя часть квадрокоптера была расположена к вам. Тем не менее, это затрудняет некоторые моменты управления все-таки квадом. Поэтому давайте сейчас полетим к нам. Я отключу вторые расходы, потому что летать на этом кваде, пытаясь висеть рядом на вторых расходах, не очень удобно, но тем не менее, вот сейчас я опять переключился на вторые расходы. Попробуем дать максимальный газ. Хочу вам сказать то, что скорость набора высоты примерно одинаковая, чувствуется, конечно, его масса, но в принципе квад вполне адекватно с ней справляется. Иногда встречаются некоторые потери связи, но хочу вам сказать, что это связано вот от этого. Так как эта аппаратура маленькая и по сравнению с другими большими ее держать мне, например, не очень привычно, то иногда пальцы ложатся сюда, и, как мне кажется, они закрывают антенну. Но это лично мое предположение. И то есть еще вам один совет, когда летаете, не держите ваши пальцы по привычке вот здесь вот. Иначе квадрик может упасть в достаточно близкой дистанции. У нас таком криво. Снимай вот это, и у нас таком криво. Нам пришлось крепиться таком при помощи самой крутой в мире вещи под названием изолента. Да-да. Ну, собственно говоря, на этом все, ребят. Подписываемся на канал, подписываемся на нашу группу ВКонтакте. Ставим лайки под этим роликом, пишем свои комментарии, а также пишите то, что вы хотите увидеть в следующих моих видео. Ну а на этом я с вами прощаюсь, у меня опять открепляется аккум. Всем хорошего настроения, удачных вам полетов, ребята. Всем пока. Рамзик, беги. Не успел.